Маски, мыло и продукты. Сегодня в набережные Челны доставили более 1000 продуктовых наборов по акции «Стоп Корона». Приобретали продовольственные коробки как городские чиновники, так и предприниматели для тех, кто сейчас нуждается в них больше всего. Кому достались наборы и что в них, расскажем далее. Светлана Пенькова – многодетная мама. Она воспитывает 4 ребят. Такому набору в ее семье очень рады. Особенно с нетерпением его ждут дети. Вместе с сыном Никитой они рассматривают содержимое коробки. Ну, дети будут довольны, там вкусняшки, печеньки покушают. Радостно, что мы с коробкой придем домой. Они знают, на улице ждут, что мама сейчас что-то вкусненькое принесет. Тушенка, макароны, крупы, масло, а также средства индивидуальной защиты и многое другое. Вот это все находится в этих коробках. Уже сегодня некоторые семьи, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, начнут получать такие наборы. Такие наборы – это помощь от мэра Наиля Магдеева, руководителя исполкома Фарида Салахова, предпринимателя Сергея Акульчева, ректора НГПУ Альфинур Галиакбервы. А количество наборов удвоил «Казан-экспресс». Доставка будет осуществляться бесконтактным способом. Все коробки будут развезены. Все люди, кто нуждается в этих коробках, они их получат домой. И в многодетных семьях, и тот, кто сегодня, к сожалению, вынужден, не работает по разным причинам. Экономика не очень работает вообще в тяжелом состоянии. Поэтому принято решение оказать материальную помощь тем людям, которые в этой помощи нуждаются. Под материальной помощью подразумевается приобретение продуктовых наборов. Они предназначены для семей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, для людей с ограниченными возможностями здоровья, одиноким пенсионерам. Списки формировались в школах и по обращениям в исполком. Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, Челны-24.